Всем привет и добро пожаловать в игру Ninja's Creed, Credo Ninja. Мне немножко сложно записывать с таким голосом это все, но надеюсь, все будет нормально слышно. Так, ежедневные задания, начать миссию. Лук радиация, начать миссию. Так, хорошо, кто у нас где находится? Этот не заметен, эти могут заметить. Так, вот этот непонятно. Этого никто не видит, и вот этого никто не видит. А я в него не попал. Два раза не попал. Отлично. А теперь попал. Вот этого сейчас убираем, потому что на дорожке ушел. Человек, он ничего не увидит. Вот это убираем, потому что его тоже никто не увидит. А теперь, наверное, убираем вот этого. И вот этого. А много их тут на карте-то, а? Теперь, я так полагаю, нам нужно будет убрать вот этого. А все. Отлично, то есть этих троих даже не надо трогать. Ну хорошо, нас никто не заметил. Миссия завершена. Я так полагаю, там не надо было как-то красться. То есть надо было просто всех убрать и все. Вооруженные конфликты. Посмотрим. Не надо идти в арсенал, если можно прям сразу экипировать. И цель просто всех убрать. А убрать их можно, когда не все убрать. Раз. Два, три, четыре. Попал. Хедшотик. Отлично. Ну что ж. Двойную награду, как обычно, забираем. Всю награду получили, продолжаем. Опять предлагают что-то там прикупить, но нам это пока не интересно. Опция, код выкупа. И в настоящий момент код у нас будет F, N, L, 5, J, 3, F, S, I. E, F, N, L, 5, J, 3, F, S, E. Да-да. Выбираем награды. Ни много ни мало, но что дают, то избираем. Так, еще один бонус. Ну и прокрадемся куда-нибудь. Убрать всех, но прокрасться. А у меня получается... Арбалеты. Арбалеты — это не самое лучшее, что могло бы быть. Где-то кто, где, когда, я не вижу, кто и где. А все, нашел. Там спрятался на фоне бочек. Красавчик. Так, награды получили. Ну что ж, арена, ежедневные задания закончены. Вооруженные конфликты, прокрасться можно, конечно, везде погулять, походить, но рекламу посмотреть. Но вот мы забрали, что, в принципе, и нужно было, говорить тяжело, так что я думаю, что на этом мы завершим. Будет коротенькое видео с кодом просто, и успейте воспользоваться кодом, пока он не истек. И всем спасибо за просмотр, до следующих видео, всем пока.